Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне, не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя. Здравствуйте! Добрый день! Это Зойкина квартира. Меня зовут Зоя, со мной моя мама Анна Алексеевна. Да. Я буду кушать, и мы будем в процессе разговаривать. Мама тоже кушает. Приятного всем аппетита. Да, мама уже не суп кушает, а что-то да. другое. Значит, мы приготовили супчик такой вкусный с фрикаделечками, вот с такими куриными фрикаделечками. Небольшими, маленькими. Небольшими, маленькими, да. А, значит, лапшу тоже отварили. Лапшу мы отдельно отвариваем, да, но это не лапша, а как она называется? Вермишелька. Вермишелька, да, такая вермишелька. Вермишелька. Да. Мальтегиати, да, кажется, да, фирма вот это называется. Вот такую вот. Да, ну, чтобы было посытней, потому что у нас мальчишек много в доме. Мальчишки любят вот эту вот вермишель. Да, мы отдельно отвариваем, потом кладем в тарелку вермишель и заливаем. Да, и заливаем уже супчиком. А суп варим, как положено, с морковкой, с луком, с картошечкой. Да. Чтобы посытнее, потому что у нас мальчики. Тимоша вот может наесться. Мальчики у нас, Тимофею 7 лет, он может наесться просто вот супом. Ну да, он одну тарелку съедает, да. И все, говорит, все, я пообедал. Домашняя еда, домашний супчик. Угу. Вот, ну у нас сегодня вообще домашняя еда в Мукбанке. Да, у нас сегодня домашняя еда, потому что мы не в Москве, а так мы вообще в Москве живем, да, не в нашей основной квартире, мы на даче. Угу. Такая у нас летняя тут квартира, значит, мы тут обитаем. Да, поскольку сейчас дети на таком обучении, что мы смогли уехать на воздух. Да, чтобы ни с кем не контактировать, потому что у нас тут такое, ну, типа база отдыха, да, у нас тут мало народу, вот, поэтому реально вообще выйти на улицу и никого не встретить на нашей рядом территории. Лес, у нас лес, да, мы находимся посередине леса, в общем, красота, природа. Лепота. Вот так вот. Ну вот. Как-то мы так пытались поднять себе настроение, да, немножечко нарядили квартиру. Угу. Уже готовимся к Новому году, как можем. Что-то мы прикупили новогоднего. Вот. Да. А там тыква у нас сзади Зоя. Опа. Угу. Опа. Тыковка. Да. Значит, моя подруга еще детства, да, Анечка, привезла, вот вырастила такую тыкву. Вот такую тыкву. Я все никак не соберусь с духом ее разделать. Надо мне попросить помощников моих. Угу. Да, мы хотим сварить кашку. Да, еще я видела какой-то рецептик на одном канале. Какой-то. По-моему, запеканку с тыквой тоже, да? Да, там и творог был, и тыковка. Вот я хочу приготовить тоже. Вот, ну, посмотрим. Хотя я много чего хочу. У меня столько дел, я ничего не успеваю, у меня столько мыслей в голове. И как мне все это успеть? В общем, дистанционка. Дистанционка, она мне... Да, у нас начинаются занятия рано, у Тимофея, да? Да, у Тимофея рано занятия. Ой, и да. В школе тоже. Угу. В общем, мальчишки разбегаются по комнатам. Угу. И начинается занятие. Мы только следим, чтобы не пропускали, чтобы переменочки там у них бывают. Ну, в общем, приходится. Ой. Жду, я тут что-то следить такое сделала. Да. Следить надо все время прям. Одним словом, мальчишки. Мальчишки хулиганят все время, что-нибудь творят, да. Значит, Тимофей все время на себя внимание тянет, да? Мы помним эту историю. Да, главное действующее лицо. Вот. Вот, в общем, я ничего не успеваю. Зоя выложила до этого свои стихи. Вот. У меня... Кто-то Зоечке написал, что, ну, грустно так она.
Ну, потому что Зою как-то многие ассоциируют, что она такая девушка у нас. Позитивная. Позитивная, веселая, угу. такая, жизнерадостная. И не все вот так ее восприняли с более грустными глазами. С какими такими грустными глазами? Как-то хотели. У нее не бывает. С какими такими грустными глазами? Значит, ну да, я это, что-то так балуюсь, пишу стихи, да? И многие воспринимают вот эти стихи, которые она пишет, она выкладывает там иногда, что как-то это все вот она прям про себя, все через сердце. Нет, так. Потом, сейчас немножечко поясню. У меня, во-первых, есть стихи, которым уже, там, я не знаю, 100 лет в обед, да? Ну, я думаю, ну что же они зря лежат? Я их думаю, надо их выложить, да? Немножко там, может быть, я что-то там подредактировала и выложила. А есть стихи, которые я прям вот в прямой эфир на камеру сочиняла. Ну, вы знаете, ну как вот, вот как сказать? Вот, я, вот у меня иногда бывает, вот прям лезет в голову мне стих. Ну, я думаю, включу камеру, надо записать. А же мысль уйдет, это же уже очень такой процесс-то такой сложный. Ну, кто-то ручкой раньше записывал, да, садились. Ручкой половину. Ручкой это невозможно практически. На камеру. На диктофон, на камеру, да, в общем, да. И Зоя иногда делится вот этим, но это практически черновик. Но я могу, знаете, я вот такой человек, я могу кино посмотреть. Ну, что-нибудь там, и по этому поводу снять. А потом же, ну, я же тоже живой человек, я общаюсь, я такая ложкой размахалась, как будто это веер. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, ты кушай, супчик, давай, кушай. Да, ой, не могу. В общем, я что хочу сказать. Ну, такое стихотворение было о том, что ждать трудно. Ждать трудно, да. Вы знаете, это еще и женщины. Все время чего-нибудь ждут. У них участь такая. У нас столько войн было. Не все страны ведь столько много воевали. И русские женщины всегда ждали. Мне кажется, это у нас в крови. Своих, ждать, ждать, ждать. Солдат. И... В царской армии забирали солдат надолго. Надолго. Да, не на 2 года и не на 1, как и сейчас. Поэтому русские потом ездили учиться куда-то. Ну, так уже как-то заведено у нас, да? Угу. Поэтому, ну, такая участь у русских женщин ждать. Но это не легкое событие ждать. И, ну, точно уж не веселое. Ждать трудно, это целое искусство ждать, это надо уметь ждать. Это надо себя к этому готовить, не все умеют что-то ждать. Но в принципе, у Зои там такое стихотворение было, там было обо всем. О том, что мы ждем. Мы же болели коронавирусом. Мы выздоровление. Ждали, чтобы я прям замучилась этого ждать. Да. Да, уже даже было какое-то отчаяние, что вот мы кто постарше, что мы вообще не поправимся. Все было. В общем, у нее в этом стихотворении как бы все. Все. Ну и вообще, вот одна блогерша недавно говорила, по-моему, Татьяна, у нее, по-моему, это было. Она говорила, что мы все время ждем то осени, то зимы, то мы сейчас ждем, что кончится слякоть, начнется снег. Зимой, потом мы ждем, лето, что снег, летом зимы. Выйдут первые цветочки, распустятся яблоньки. Ну, человек так устроен. Человек так устроен. Мы ничего с этим не поделаешь. У нас жизнь пролетает вот в этих ожиданиях. Давайте выпьем мартини. Да? Уже можно, думаешь? В смысле? Выпить мартини. Ну, а почему нет? Ну, ничего, коронавирус ко мне не вернется. Из мартини, наоборот, говорят, надо спиртное пить, чтобы... Гречка мартини, мы на карантине. Раскраснеюсь. Раскраснеюсь сейчас? Ну, давай немножко. Ну, что, будем пить мартини? Да будем, да. Мама говорит, чтоб я выпила уже, в конце концов. А то я очень сильно напряженная обстановка у нас да, в доме. Нам надо немножко разрядиться. Нам надо разрядиться и расслабиться. Раньше мы покупали, знаете, какие-то ликеры к чаю. И так... так, ну что, будем пить экстра-драй? Да. Вот, будем пить такой мартини. Так. Еще. Да мы будем пить по столовой ложке. Да у нас там мало. Такие пятаки, знаете. Нам осталось это чуть-чуть. Давай, мамочки. Мамочки, мамочки. Все, хватит. Маму нельзя спаивать. Эти, да? Шутки. Ой, там мало было, это бутылка такая. Когда доливают из шампанского доливают последнюю капку, говорят, кто-нибудь замуж выйдет или женится. А, про мартини не знаю. Женюсь. Какие могут быть игрушки? Да, как там он пел, Сюзанна.
Ну, какие-то имена такие. Жанетта, Жоржетта. Жанетта, Жоржетта и Сюзанна. Сюзанна! Сюзанна! Тебе привет! Я помнила, у Зои такая подружка есть Сюзанна. Вот видишь, Сюзанна. Мама тебя сразу вспомнила. Воля-неволя. Жанетта, Жоржетта. Хоть ты и не смотришь мукбанги. Да. Чтоб тебе есть не хотелось. Так, значит, это я разбавила мохито, но я, конечно, так вот прилично разбавила. Значит, после коронавируса давно мы ничего не пили. Да мы не то, что давно не пили, мы просто ничего не пили. Мы просто ничего не пили. Мы даже без алкоголя, ну, мы иногда, мы вообще Зои пиво-то не любим, но летом так, нам просто очень воблы хотелось. Ну, вроде вобла, мы безалкогольное пиво так. А главное, мне нравится, а у нас соленые огурчики с самарсиня. Да. Раз... А соленые огурчики я посолила Игорева тетя. Да. То есть Зоина. Тетя Лёли. Двоюродная бабушка. И Леночке большой привет. Да. Да. Это из Твери. Огурчики необыкновенные. Если бы вы видели, как они, чувствовали, как они пахнут. Ой, они вообще просто, это огурцы обалденные. Так что я и мартини огурцами тоже закушу. Уж извините, пожалуйста. Укропчик. Ой. Это, я не знаю, я вкуснее огурцов не ела. Вот честное слово, да? Как-то они по-особому солят. А, значит, мы будем кушать. Значит, в терияки соусе опять. Я уже по 125-му кругу рассказываю, что мы ели, как мы готовили. Вот такую курочку сейчас будем есть. В духовочке я ее запекла вместе с картошечкой. Там куриные крылышки, плечевая часть, бедрышки без кожи. Вот, ну, вроде бы Зои ничего другого не попало. Да. Ну все, давай, мам, будем пить. Давай, не чокнулись даже, да? Даже не чокнулись. Ой, давайте. Будем мы пить, чтобы все плохое от нас ушло. Да. А все хорошее приплыло к нам обратно. Да. Вот, ну давай. Давайте. Тин-тин. За здоровье. Да, только за здоровье. За наше и за ваши зрители наши. Кстати, между прочим, хорошо экстра драй с мохито сочетается. Прям классно мама придумала. Угу. Такая. Мы обычно с вишневым соком пили, да? Угу. Нас Маруся научила. Вот. Я огурец съем все равно с картошкой. Змеюги ползут. Окружают. Тимофей ползет. Змеи ползут. Шуршат, шуршат по полу. Очень незаметно полз. Ну, в общем... Только что-то шуршало. Слушайте, огурцы вообще... И сопело. Огурцы вообще классные. Я прям не могу от них оторваться. А мы третьих. Кого? Огурца. Ну, возьми огурчик. Он уже брал не один. Да? Я тебе положил верхом тарелку. А-а-а. Перетрогай. Так, вот так нехорошо. Да, так некрасиво. Извините, я, пожалуйста, сто раз уже. Да при чем здесь извините? Просто некрасиво. А я поплакала обратно. Ползи давай. Отползает обратно, Тимофей. Так. Ой, огурцы просто классные, чудесные. Так. Да. Ну, что значит свой огород? Свои огурчики. Красота. Ой, как я люблю эту курочку, а. Хотя, если подумать, я любую курочку люблю. Но в этом году для нас открытие вот эти маринад терияки. Терияки, да. Да, мы что-то подсели. Дети тоже хотят что-то оригинального. Нас такого. Дедушка подбил на это. Угу. А мы как раз в интернете, в Ютубе посмотрели, да. Маринад. Искали, чем бы замариновать шашлычок куриный. А по-моему, он не куриный мариновал. Блогер, которого мы смотрели, он, по-моему, чуть ли не свинину мариновал. Да. Это просто... Это мы переделали. Перекинулись на кухню.
Мы подумали, подумали. Я что-то свинину в последнее время воспринимаю. Ну, я ее люблю, конечно, да? Но я ее в последнее время воспринимаю либо в сале, либо вообще вот лучше без свинины. Ну, чуть-чуть в сале, да? Вот, потому что сало, говорят, надо, полезно. Куда же мы без сала-то? Да. Ой, тут такой лучок классный. Ну, вообще лепота. Значит, ну что, вкусно, мам? Угу, очень. Она такая нежная-нежная, сочная-сочная, угу. Очень вкусный лук. Лука прям побольше я порезала, да, тоненько так, прям тоненько. Косточка мне попалась, раздробленная, причем не одна. Угу. Ой-ой-ой. Угу. Да, сочно получилось, потому что я прям вот так выложила все это на противень. И у меня осталось много сока в мисочке. Я маме говорю, была не была, залила все это. Мама сказала, ой-ой-ой, сейчас будет все вареное. Ничего не вареное, смотри, как вкусно получилось. Mm-hmm. Получилось прям хорошо. На батища. Ну да, там маринад и лук еще дал сок. Вот, все вместе Зоя отправила в духовку. Получилось вкусненько. Угу. Это не острое блюдо, нет, не думайте. Ой, так, что, чокнемся еще раз? Угу. Давай. Давай. О, звенит. А вот звон. Ой, красота. Ой, как вкусно. Не, ну а правильно, что, надо подготовиться к Новому году. Заранее начать, так сказать, а это. Разгон-то взять. Угу. Ой, я не могу. Угу. Так. Значит, ну все, что, я раскраснелась уже. Угу. Да. Угу. Мало мне надо. Ой, мне тоже. Угу. У меня тоже щеки уже пошли, пошли, пошли. Так, пойду-ка я балкончик открою. А что, как-то стало жарко. Как ты считаешь, открыть балкончик? Вот такие мы пятаки. Да. Значит, Николай... Ну, сейчас я открою балкончик, вернусь, подождите. Значит, Николай вчера гулял с Евой, да? Вот. Ну, Николай 17 лет, да, помним. Вот. Ну, Ева чуть постарше. Вот. И они, значит, обсуждали. Ну, Ева... Они обсуждали тему «Как не зайти с ума на карантине». Ева подруга. Ну, не девушка, Коля, нет, а подруга. Подруга, да. Да. Вот. Значит, как не сойти с ума? Я вот думаю. Вот. Средство номер один. Как не сойти с ума на карантине? Ну, я, кстати, видела такие даже... Вот весной такие даже блоки у многих выходили, как угу. друг другу, вот снимали такую тему, многие блоки. Чем заняться, да, чтобы не сойти с ума? Нет, просто так и назывались видео, как не сойти с ума на карантине, ну и угу. всякое вот предлагали. Слушайте, я хочу сказать, какое счастье, что я начала снимать на Ютубе влоги. Угу. Вот, ну реально, да. Вот если бы сейчас мы заболели, да, и сейчас мы тоже, ну как, ну мы вроде как еще пока не на карантине никто, ну в общем уже... Ситуация не очень хорошая. Да. А вот, я думаю, как хорошо, что мы это, на связи в Ютубе. И я бы точно бы свихнулась бы, наверное. Mm-hmm. Вообще, во всяком случае, меня бы одолевали мысли. А так Нет, она бы не свихнулась, потому что, знаете, в тот карантин весенний она пришла ко мне жить с детьми. Ну да. И нас как бы побольше вот было. И, ну, мы уже говорили, что мы вроде живем рядом, но... Mm-hmm. У Зои очень много дел с детьми, и не приходится вот так по многу общаться, и поэтому мы как-то не могли и наговориться. Опять же, она пришла, все равно вот это учеба дистанционная, все время уроки надо делать с детьми, и не очень все равно наговоришься. Угу. И поэтому у нас был такой интерес, так мы соскучились по друг другу, ну знаете, как вот. Когда дети уже с вами не живут, а потом вот вдруг приходят к вам не на один день. Ну да. И ты возвращаешься в то время. В общем, это очень приятно. И сейчас мы тоже вот. И дедушка, и я, мы тут, и Зоя. И, в общем, нас много, поэтому нам, может быть, не так скучно. Ну да. Мы еще не скучные такие люди. Мы все время, в общем, что-то это...
Шуточки у нас, прибауточки что-то друг друга. Да. Подколочки. Вот. Не можем мы без шуток, да. Да, сейчас буквально там отошла на 5 минут, говорю, пойду, устала, полежу 5 минут. Тимофей тут же бежит ко мне с играми. Домино, еще какая-то игра. Просто так я не могла лежать. Значит, поиграла с ним 3 раза в разные игры. С Тимофеем ты вообще просто так не полежишь? Да. Вот, так что ножки отдыхают, а... Его надо чем-то занять, чтобы просто полежать. Вот. Ну, мне даже и лечь-то не удалось. Я как бы полусидя, потому что, ну, я играла, мне в домино, руки должны быть, ну, как бы ноги лежат, полусидя, в общем. Вот, ну, что делать? Вкуснота. Дети дома, собаки дома. Вот так кажется вроде. А что собаки? А пеленочки поменяй, а водичку чистенькую налей, а покушать дай, а сухой корм надоел, дайте еще что-нибудь нам. Да, поэтому мы купили уже вот этот Цезарь, такой влажный корм. А то ходят, зовут тебя, пойдем полежим с тобой, они устают им, как бы, собакам, им недостаточно ночью спать. Да. То пусти их на балкончик погулять. Да. А чего ты сама на балкон со мной не идешь? Фея на меня без меня на балкон вообще не хочет идти. Клопа выбежала, а фея стоит, ждет, значит, идет шубу, одевает, идет с ним. В общем. А я уже молчу о том, что они просто как животные требуют ухода, да? У них есть свои там нюансы, да? Типа, у нас же пудель, его тоже надо. Ну, раз в 2 недели морду, лапы, вот хвостом, все, я подбриваю им. То есть это надо их побрить. Почесать. Сейчас на карантине особо парикмахерскую не съездишь. Прически у них резинки. Прически у них резинки. Надо причесывать их прям раза 2 в неделю точно. И, в общем, некогда нам. Весело нам. Некогда нам это с ума сходить. Так, чин-чин. Может быть. Дринь-дринь. Да, еще осталось. У тебя еще осталось. Те, кто на карантине сходит с ума. Может быть, им заняться нечем. А я вечером ложусь и думаю: ой, вот то еще не сделала, это не сделала. Столько дел. А как нечем заняться? Я говорю, жалко, что в сутках 24 часа, я ничего не успеваю. Мне спать я некогда. Не очень у меня, наверное, поэтому бессонница, что мне некогда спать. Вот то, что я там не могу выйти куда-то. Здравствуйте. 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 Угу. Вы что, за огурчиком пришли, да? Нет. Ну, выходит. Да. Понятно. Я пришла, знаешь, зачем? Зачем? А давайте дадим. Есть еще время у нас, нет? У нас время? Ну, мы сами себе хозяева. Ты будешь доедать? Чего, я доедать? Да, она доедает. А я доедаю. Мешает, ты что-то интересное нам хотела рассказать? Мы хотели, чтобы Зоя еще Милку съела, да, Тимофей? Да. Вот видите, такие вафельки Милка, они продаются вот, ну, по одной штучке можно купить. А Милочку можно? А можно купить целую коробку. Там в коробке... Милочку, он сказал, можно Милочку. 30 штук, да. Мы можно? Купили коробку. Покажи всю коробку зрителям. Вот такая коробка. Там вафель. Да, вот такая коробка, сейчас я вам покажу. Вот такая коробка, сейчас я ее сложу. Вот такая коробка. Она большая, тут видите, вот, ну, так вот можно доставать. Вот, ну, мы и так достаем отсюда. Там 30 штук. Угу. Вот, вкусненькие, прям как конфетки они. Да, они классные, они такие вафельные внутри, правда, классные. Так, ну что, значит, я буду открывать Милку сейчас, да? Буду ее трескать. О, Милка с мартини, мы на карантине. Ой. В руке держать невозможно, она тает. А, ну вот я ее поэтому вот так вот, да. Как эскимо раньше вскрывали вот так. Тут буду держать вот так. Вот так вот буду держать. Милка. Да. Там надпись есть. Прям такой десерт. Первое, второе, третье. Ну что, компота не будет? Ну вот компот. Ничего себе, у тебя компотик сегодня был. Тебе еще компота? Мне понравилось. С компотом веселее? Да. Ну, настроение точно поднимает. Да. Да. Ох! Все сегодня было вкусное. Курочка, огурчики бесподобные. Ой. Мартини с мохито.
Мечта поэта. И Милка. Нежнее, нежно. Да. Не, это не реклама Милка. Мы с Милкой сотрудничаем. Если бы мы сотрудничали с Милкой, я бы не отказалась. Ой, Милка, пришли мне для сотрудничества. Чего-нибудь я с удовольствием. Хрустеть будешь? Но вкусняшками. У нас слишком мало подписчиков, чтобы с нами сотрудничать. Мы неинтересны. Ой, да. Это присылает тем, у кого много. У кого много подписчиков. Да. Мы пока еще молодой канал. Да. А молодая Зойкина квартира. Как в том кино. Молодая была не молода. Ну, на самом деле Зойкиной квартире больше 20 лет. Правда, это уже не первая у нее квартира. Ну, вот столько лет она замужем. А столько лет и живут они, в общем-то, своей семьей. Да. Ну, немножко они пожили там вместе со мной, когда поженились. Чуть-чуть. Да, мы когда поженились, жили с мамой, да. А что, хорошо было. Да. Зять до сих пор вспоминает. Да. Как вы хорошо жили. Как ты салат готовила. Какой ты там. С Редькой. Это салат. Каждый раз он мне намекает. Монастырский. Монастырский салат, да. Вот, да. Ну что, я все выпила. Ну, вообще, на самом деле, да, вот кто готовит рецепты, выкладывает. Это же ведь колоссальный большой труд. Отдельный. Вы представляете, мало того, что вам нужно приготовить всё что-то самой. Ну, купить, понятно, да, это я уже опускаю. Ага. Вам надо приготовить, и вам еще в процессе этого приготовления надо снять. А для того, чтобы снять, вам нужно, чтобы у вас было вот все ваши поверхности. Чтобы было все чисто. Нет, ну многие снимают, конечно, там на старых досках еще на чем-то. Это ужасно. Но это не айс выглядит, это вообще фу-фу-фу. Я поэтому говорю, что для того, чтобы снимать, ну, вот, рецепты, нужно, чтобы вокруг все было красиво. А это тоже большое искусство. Это не то, что большое искусство. Эстетически, чтобы было вот все красиво. Сейчас просто очень много. И поэтому мы очень много еды готовим просто на обед. И у нас поэтому очень мало поверхности для готовки. И у нас вечно чем-то заставлено. Чайники, заварочные чайники, бутылочки с водой. В общем, вот в этом сложность, что нас да. очень много. Сложность огромная. То есть я вот, например, мукбанг снимаю, да, у меня тоже в этом большая сложность, потому что мне, во-первых, надо, ну, либо всех рассадить, как мы в тот раз делали, да. либо всех выгнать, да, тут варианты два. А, значит, все, значит, тут надо тоже более-менее убрать. А с учетом того, что нас тут очень много, ну, это вообще, это прям... Да. Приготовление занимает больше, конечно, чем поедание этой еды. Да. Вот. Так что вот так вот. Все не так-то просто, как кажется со стороны. Да? Да. Ну вот, такой вот у нас был дачный мукбанчик. И не унываем. Нет причин. Нет причин. И мы тоже учимся вместе, поэтому ничего. Бывают, конечно, какие-то нюансы. И у нас вот была неприятность, и мы еще ее переживаем по-своему. Ну да. Но нельзя об этом все время говорить, нельзя об этом все время думать. Это уже произошло, ничего не изменить. Вот, и мы все помним, мы все знаем, мы все носим в своем сердце и в своем голове. Но жизнь продолжается. Да. Нам надо жить, и у нас внуки, дети. Дети нам не дают унывать, это да. точно. Вот, так что давайте радоваться каждому дню. Да. Все будет хорошо. Все будет хорошо. И по-другому быть не должно. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. Для вас старалась Зоя и Анна Алексеевна. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне. Не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя.